Доброе утречко. Утро у меня начинается с блинов. Готовлю своим мальчикам блины. Будет у них завтрак. Вкусненький. Так классно пахнут. Прям красивенькие, тоненькие получаются. Прям супер. Привет всем поближе. Как видите, я уже собралась. Жду, когда вернется Антон с папой. Они сегодня поехали устанавливать карниз к нам в кухню. Посмотрим, как он себя поведет, понравится, не понравится. Конечно, по функционалу зашторивать, расшторивать, проверить сейчас нет варианта, но хотя бы как он будет крепиться к потолку, я думаю, что будет понятно. Как сам вообще карниз, если нам понравится, точнее, если мужикам понравится, то можно будет заказать и во все комнаты. Этот карниз нашел Антон, скинул мне ссылку, я его заказала на ВБ. Точно такой же карниз в Леруа Мерлен Антон видел практически в 3 раза дороже, поэтому смысла переплачивать я не вижу. В такие моменты маркетплейсы нас спасают. А сегодня вообще по плану поехать присмотреть Кириллу уже спальню, выбрать ее, остановиться на каком-то варианте. Есть такие варианты, которые мы присмотрели через интернет, и вот хочется поехать посмотреть вживую хотя бы, ну, что-то, знаете, из этого гарнитура, чтобы понять, какого оно качества, нравится, не нравится, подойдет или не подойдет. По картинке, да, по картинке классно все, вот, но как оно вот вживую вот пощупать, вот этого момента вот хочется пощупать и посмотреть, и уже определиться и решить. На следующей неделе получить зарплату и как бы заказать Кириллу спальню, чтобы она у него была. Вот, да, сын? Да. Да, тихо, тихо, сейчас упадет мамина конструкция. Всем привет. Тихо, всем привет. Всем привет. Послезавтра у нас понедельник, ура, потому что у нас в понедельник футбол в саду. Да, в саду, они знают, ты вчера говорил. Так вот. Будет интересно, кажется, за меня все будут голосовать. Переживать, волноваться. Там Кирилл, там будут просто репетиции, будут вам показывать, как заниматься футболом, будете тренироваться. Ты не думаешь, что вы сразу пойдете играть в футбол? Для того, чтобы играть сразу в футбол, надо понимать, как в него играть, а не просто мячом мяч пинать по воротам. Не все так просто. Ладно, я пошел. Иди. Вот, так что вот такие вот дела. Поедем, и еще я не знаю, как Антон там согласится, не согласится, хочу посмотреть на кухню, кухонный стол. Мы тоже приглядели пару вариантов. По картинкам, да, по фотографиям, которые мы нашли, должно быть там большой выбор. Как будет по факту, я не знаю. Вот. Как раз таки я вам рассказывала про тот стол зеленый, да, вот с этими льдами, с лаймом. Как раз-таки вот там этот стол и был. Поехать туда хотя бы просто посмотреть. Но вообще изначально с Антоном как бы хотели купить стол уже, но так договорились с ним, что сначала нам установят кухню. Посмотрим, какая она, потому что я знаю, какая она. Знаю, конечно, но все равно вот хочется посмотреть вживую, как оно будет смотреться именно у нас в кухне. Вот. И уже по факту определиться, какого цвета стол, стулья мы будем брать. Вот. Только сколько денег на это все надо, девоньки? Я вообще, цены нынче очень какие-то такие высокенькие, очень бешеные, блин, на все. А хочется всего и сразу, и чтобы было красиво, и чтобы ты зашла, и все было. Но просто понимаешь, что так у тебя не будет, иначе нам еще жить с родителями придется долго. А уже переехать хочется, если честно, ну уж очень сильно хочется. Так что вот такие дела. Вот, жду и поедем. Вообще можно было, конечно, почему вот именно сейчас мы едем, потому что в понедельник Антон мне уезжает в командировку. Я не знаю, по-моему, не говорила вам. Уедет в командировку на недели 2 точно. Не знаю, приедет он на выходные, не приедет, как у него там будет получаться, и будет ли это 2 недели, или это будет дольше, тоже непонятно. Поэтому так вот мы решили, что поедем на этих выходных. Посмотрим, тем более 2 дня выходных у него, время есть покататься. В принципе, вот я настроена на то, что мы нашли.
Меня все устраивает, мне нравится. Но как будет по факту, посмотрим. Мальчиков еще нет, я чувствую, что я хочу есть, поэтому обед-завтрак, капуста, бедро, кофеек и кокосовый урбич. Все, приятного аппетита. Ну что, мы выезжаем. Я как раз обедала. Куда? Антон позвонил, нас тужу. Вот, поедем посмотрим. Куда? Ты же видел? Ты вот, я это, вот этот Байкар или как она называется фирма? Ну, ты знаешь, где? Я не знаю. Приблизительно на втором этаже на Остужево, только вот это не дом мебели. Мне, кстати, говорили, что дом мебели там хреновая мебель. Туда не пойдем, а вот туда чуть дальше. На Тамбов? Нет, на Тамбов нам наоборот, дом к нам сюда. Короче, я тебе покажу. Вот, мы поехали, вы с нами. Приехали, называется. Они что-то складывают, все. Вообще ничего нет. Зато есть мебель от поставщиков IKEA. Прикольно. Зато Антон стол тут увидал. Прикольно. Высота, глубина 70. 110. Играть будет, да? Вот это же красиво. А картинки покажите, да? Вот это мне больше нравится, более спокойно. Тебе этот больше нравится? Конечно. А ты как стулья хочешь, мягкие или нет? Ну, что-то вот такое вот. Сейчас я вам покажу, что есть. Вот такое в наличии. Вот расцветочка. Антош, иди, посмотри, что есть в наличии. Вот такой. Так, сейчас еще скажу. Вон стулья, смотри. Сейчас приду, подожди, покажут столы. Стулья как раз есть. Так, теперь 043, 205 есть в наличии, вот такой. Нет, точно нет. 145 вот такой, 149 вот такой тебе, ну как-то нет. Вот 149 такой, и есть еще, вы раскладные хотите, да? Да. И есть еще в пластике, раскладной. Вот так, нет. Это вот то, что у нас вот. А так вот, вот помнишь, чем-то похоже. Как любые смотри. Цвета из вот этих мы сделаем. Ну, зеленый ни к чему, от да. От двух до трех недель. Никак. Красиво. Да, край темнее. Вот смотрите, по фотографии. Это темнее. То есть второй край еще светлее. Ага. Спокойный прям. Да. Спокойненький. Дилемма теперь. И вот этот цвет, он более популярный. Это вот на линии. Красивый. Не знаю, я прям хочу. Вот такие цвет. Мягкие. Красивые. Их же тоже можно любым цветом, да, сделать? Да, можно любым цветом. Светло-серый тоже есть. Так, кстати, а где цвета на него? Такой вариант сиденья именно так вот с выемкой. И прямо, девочки, у кого есть такие стулья с обивкой, как они в уходе, скажите, пожалуйста, посоветуйте. Потому что Антон хочет вот такой вариант. Какой цвет под него подойдет? Ну, прям совсем все серое сделать. Ну да. А, есть вот темно-серый. Кстати, тоже может будет так хорошо. Может очень так даже будет, даже чем-то с кухни будет переигрывать. Такого цвета? О, как шикарно. Сейчас мне принесут такого цвета стул. Немножко он не передает. А, вот он. Ой, класс. Огонь. Только цвет немножко не такой передает камера. Класс. Сейчас. Нам вдвоем понравился такой вариант. И такой стол спокойненький. И вот такое кресло. Немножко оно отдает в голубизну. Чуть-чуть прям. Красивый цвет. Стол классный. 33 700 выходит вместе со стульями. Стол. Пойдем кровать посмотрим. Антон где-то здесь нашел. Пойдем, говорит, ну тебе не понравится. Я не знаю почему. Вот это тоже красивый. Но к чему нам такой розовый?
красивый. Так, ну что, мы сейчас едем в другую, куда-то на Антону говорит, здесь неподалеку. Поедем, я не помню, как он называется, но поняла куда, но не помню, как называется. По поводу вот этого бобикара, на что я вообще возлагала надежды, они ушли отсюда. Остались они только в одном месте, на правом берегу. Это получается, если туда ехать, это нам ехать практически к моей работе. Блин, как-то это... Далековато. Посмотрим. Нет, да? Вот, да. Юколу Зеро. Муж позаботился холодненькую. Короче, здесь посмотрим. Не знаю. Ну, стол понравился. Стол и вот эти стулья прям классные. Немножко цвет так не передает, как вот оно вживую, именно вот эти стулья. Ну, я прям всегда хотела себе стулья именно в мягкой обивке. Прям, не знаю, почему-то отдельный вид медитации, кайфа для меня. Да, ну, антивандальная, как бы говорят, да. Но единственное, это как вот будет с Кириллом, потому что он пусть любит. Мыть каждую неделю. Он любит у нас, пусть знаете, там что-нибудь поесть, это и палец, и что-нибудь может выйти в стол. Ты, я, видишь, рассказываю. Каждую неделю. Ты не будешь помогать. Сталинность не буду я помогать, потому что я против этих стульев. И ты будешь каждую неделю сама быть, а я каждую неделю буду тебе говорить. Я тебе говорил, да. Так и будет. Я в себе не сомневаюсь. Ну блин, когда хочется. Удачи. Люблю тебя за это. Вот, ну посмотрим. А по итогу мы поедем и еще 6 стульев купим такие. Потому что я на Кирилла стул один на чехол. Можно? А смысл тогда покупать стулья мягкие, чтобы на них надеть чехлы? Я на его только, не на свой, не на твой, не на остальные 5 я не буду одевать, я только на Кирилл будет сидеть. Да-да. Это был Дед Мороз. Да. Ладно, мы поехали. Главное на позитивной ноте, честное слово. Да-да. Это мега-школа. Мы едем все-таки. Здорово. Будем проезжать мимо моей работы. Тут стройки. Вот мы и приехали. Нам нужен цокольный этаж. Посмотрим. Нашли. Ну что-то здесь. Только кровать. Ну, полочка классная, кстати. Да, ничего, так. Чё тебе как? Думаю, неплохо. Фасады именно, чтобы потемнее были. Ну, вот только вот другая модель Energy, у которого должна высота. Вот у него идет... С котом здесь тоже это... прикольно. Да. Там с котом. Одна сторона шкафа идет такой же дубсанок, как корпус. Ну, почитай, там, может, написано на этом. А кровать подъемный механизм или нет? Нет, выдвижной ящик, который служит местом хранения. И это вот это он большой. А как? А. Ого. Ну, место для, для хранения. Ну, я поняла. Ну, матрас-то нам зачем? Ну, если у тебя двое детей, допустим. Да поняла я. Можно вас пригласить? Большой стол. Котиков он у нас любит. Для учебы. Кровать, видите, здесь есть мягкие элементы на кровати. Они служат и тоже как место хранения, кармашки. И вот так шкаф. Мне прям нравится, что две этих. Две штанги. Две штанги рядом. То есть вот практически вместо трехдверного шкафа. Да-да-да. И видите, второй комбинированный, там полочки идут сплошные. То есть что-то может храниться из вещей, ну и открытое что-то пространство. Вот и бобикар.
куда изначально мы искали. Сейчас будем тут смотреть еще варианты. Ну, кровать. А? Не нравится? Вот такого расцветки есть для мальчиков. Такого же плана. Расцветка другая. Не нравится? Ну, не скажи. Тут эти. Заводчики стоят. Любимая Эльба. Просто нас ноги сюда привели. Я почему-то, когда я его смотрела, ой, вернее, просто представила, мне казалось, что он маленький. Маленький, нет? Да вроде бы и не очень-то и маленький. А это полка дополнительная, да? Ну да, да здесь полка. Должна быть, просто мы поставим, нам здесь все. Ой, я в него влюбилась, в этот комплект, когда я его видела. И кровать какую? Нет, только я спинку хотела. По-другому какой-то другой был. Наоборот. Вы хотели такую? Пойдемте. А еще сейчас тебе другую покажут вариант. Ну, я не сказала, что вы хотели такую. Нет. Нет, правильно, значит то. Вот эту ты хотела, как диван. Вот. Да. Вот она и есть. Там потому что в Максимире. И ящики. Да. В Максимире стоит как вот такой. Да. Как обычно, стандартно давайте. Да-да. Я теперь не знаю, что делать. Мы вот, где с Антоном сидели, кофеек пили. Там, получается, нам сделали уже как бы проект. Вроде бы такой, знаете, уже выбрали все. И сейчас, где мы заказали кухню, здесь они тоже есть. И просто там стоит тот комплект, который мне вот этот понравился. Я не знаю, что теперь делать. Потому что здесь глубина. Меня останавливает только глубина шкафа. 46 сантиметров. Я не знаю. Все нравится. Мне очень нравится. Я теперь вообще в раздумье. Ладно, едем домой. Надо замерить. По-нормальному надо было сначала, да, конечно, понимаю, замерить. Но поедем сейчас замер сделать. Действительно накидать варианты. Едем сейчас с Антоном, обсуждаем пока по горячему следу. Получается, у нас есть три варианта, которые мы рассмотрели. Вот это вот с кошками, Energy. Потом вот это вот, который мы сейчас сделали, но я вам не снимала его. Там, получается, фасады, да, шоколадные. Фасады шоколадные, а вот перед так, двери мятного цвета. Вот. И вот эти вот волки, которые мне понравились. И говорю, даже вот, если смотреть вот этих волков, она мне понравилась не только из-за волка, ну, конечно, это тоже сыграло свою роль, но просто сам факт вот именно отделки вот этих вот интерьеровских, что подкупает. Ой, вы мне уехали, простите. Вот. Получается, минус... Опять же шкаф, глубина шкафа 46 сантиметров. 46 сантиметров, даже просто там вешалку повесили. Да, говорит, закрывается и закрывает. Я беру эту вешалку и ставлю впритык. И пробую закрывать. Нет, не закрывает. Она говорит, ну вы же типа ребенку, а у ребенка плечики меньше. Ну я не буду, блин, он у меня будет расти. И что, я каждый раз буду ему маленькие плечики покупать? Я уже смеюсь, Антон, сама себя отговариваю. Вот. Эльба... Мы знаем эту мебель, да, у нас спальня с этой фирмы. Но я его буду постоянно дергать. Да? Буду. Потому что не клей, не рисуй, как у нас кровать. Он там наклеил наклейки, и как бы ладно. А это не клей, не рисуй. И еще там на кровати подушки такие эти. Господи. Короче, типа декоративные, ну там, как на всю... Диван. Как да, если их ставишь, оно выглядит как диван. Это же будет постоянно. Кирилл, то все, Кирилл. И мы едем, и вот это все обсуждаем. И первый вариант, я прекрасно понимаю, если спросить Кирилла, какой тебе нравится,
ему понравится, скорее всего, Волт и вот этот Energy вот с котом. На Эльбу, мне кажется, он вообще не посмотрит. От слова совсем. Потому что это ребенок. Потому ему что надо красиво, чтобы его вкусы какие-то. Он кошек, вот Energy ему понравится однозначно. Потому что он любит котов, он там еще и в очках, он там весь такой приколюшный. Единственное, что не нравится вот в этом Energy, Антону говорю, это нет доводчика. Но это, говорит, не проблема взять там, пойти, пить и поменять. Петли с доводчиками взять и... Все поставить. Все поставить. Просто, я вообще проблем никаких не вижу. А, что мне еще понравилось в Energy, что там шкаф. Я не помню, сколько там шкаф. 200 или сколько. Ну, короче, 200, высокий. 200 и по 100 идут эти. Две... штанги. Вот, да, и вот что вот штанга сверху, штанга снизу. С одной прям, мне вот это вот очень понравилось. То, что, допустим, сейчас в сезон лета, он ему повесить вниз, потом просто поменять там на осень, да, и зиму. Он сам будет брать. И сам будет брать, и как бы спокойно. А по глубине они нормальные? Energy? Я чуть не помню глубину его. У меня уже голова просто вообще ват. Тоже не помнишь? Помнишь, да? Ну, не 45. Ну, не 46, да. Это точно. Садимся ужинать. Мясо и салат. Все. Кофе. Можешь добавить, я не откажусь. Вот, кофеек. Без молока. Сахар забыл, как обычно.